Салем Достар, наши уважаемые подписчики! Поздравляем вас с наступающим 2022 годом! Пусть в новом году все ваши желания, мечты и начинания будут обречены. Обречены на успех, конечно же. Я ровно год на Ютубе. За этот год я многое узнал, познакомился с интересной страной и ее культурой. Правда, пока что заочно. Пообщался с тысячами людей. Правда, пока что только в комментариях. Надеюсь, что в следующем году все кардинально поменяется. А пока желаю всем и каждому из вас встретить Новый год в теплом семейном кругу. Но Новый год — это не всегда семейный праздник. Кто-то встречает его с друзьями, кто-то, возможно, даже один. Абсолютно не важно, где, как и с кем ты встретишь этот Новый год. Важно то, что ты при этом чувствуешь. Так вот, я желаю каждому из вас чувствовать, что весь этот мир крутится именно вокруг вас. Вы сами создаете этот мир вокруг себя. А это значит, что вы способны на все. С Новым годом! Здорово, друзья! Это Плок. Общий салам, как говорится. Да, привет, там, аньон, нихао, вот это вот все дела. Ну вот, собрались, собственно, чтобы вас поздравить с праздниками грядущими. Рождество, Новый год, может быть, у кого-то день рождения. Абсолютно неважно, какой вы религии, вероисповедания, национальности. Просто всех поздравляем, друзья, от чистого сердца. Понимаю, что год был. Ну, что это, что предыдущие были не самые простые, но мы справляемся, идем потихонечку, да. Делаем свои дела, собственно, это я про каждого из вас говорю. Вот, главное не опускать руки, все будет хорошо. Вот, а в эти дни, друзья, отдыхайте, уделяйте время себе, своим семьям, друзьям. Уделяйте им больше времени, да, вот, и делайте то, что вы хотите, друзья. Всем большое спасибо за внимание, это был Флок, пока. Дорогие друзья, поздравляем вас с Новым годом. Этот Новый год для нас был годом открытий. Спасибо, что вы оставались с нами. Поддерживали нас. Да, и хотим пожелать вам в Новом году здоровья, счастья, успехов. Вот. Да. Короче, я думаю, что-то надо по-другому как-то сделать. Че? Ну, это будет неблагодарное дело, я думаю, что так поздравлять. Почему? Ну, столько они нас поддерживали, считай, меньше, чем за полгода набрали 5000 подписчиков, ну, а да. Мы вот так их поздравляем. Короче, ну, все, поехали. Че? У меня есть идея. Поехали. Какая здесь? Все, собирайся. Алло. Это не то, и в этом не будет. Поехали. В смысле? Че ты опять придумал? Поехали. Чего? Саня. Да. Куда ты меня тащишь? Иди сюда. Почти пришли. Что мы тут делаем? Что? Ну вот, немного отошли от дома, и мы уже здесь. Это живые декорации. Мы в сугробы, по колено. Ну да. Все ради них. Все ради них? Да. Ну все, давай, зажгем, как говорится. Как зажгем? Мы можем. Зажгем. Поехали. Всем привет, ребята. Всем привет. С наступающим Новым годом, ребятушки. Хотим пожелать вам счастья, здоровья вам и вашим близким. От души, ребята, благодарим вас за то, что остаетесь с нами. Поддерживайте канал, добавляйте много актива. И просмотры прям летят, ребята. Спасибо большое за поддержку. Хочу присоединиться к словам Егора. Спасибо большое за поддержку. Спасибо за то, что остаетесь с нами. За короткий промежуток времени мы набрали большую аудиторию, которая постоянно нас поддерживает. Ну а мы взамен постараемся радовать вас чаще новым контентом и максимально больше выпускать его на наш YouTube-канал. Да, постараемся. Ребят, еще надеемся, что вы отпразднуете свой Новый год в окружении близких людей. Даже если у кого-то не получается отпраздновать его в окружении близких людей, не расстраивайтесь, можете включать наш YouTube-канал, вместе с нами смотреть контент, радоваться. И весь Новый год мы надеемся, что у вас пройдет без особых происшествий. В принципе, да, всего самого вам хорошего. А мы, в свою очередь, передаем слово нашим коллегам по цеху и также поздравляем их с наступающим Новым годом. Да? Спасибо, ребят, вам за то, что вы остаетесь с нами. Да? Спасибо большое, ребят. Всем спасибо. Пока. Всем пока, с Новым годом. С Новым годом, друзья, нет времени объяснять. Песня. Ладно, я не умею петь, не умею играть. Но в 2022 году я поставил себе цель научиться хорошо играть на укулеле. И хочу, чтобы вы, каждый из вас, каждый, поставил себе цель в
2022 году чего-то добиться, и я очень надеюсь, то, что вы добьетесь поставленных задач. Вот, также хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, конечно же, благополучия, море улыбок, позитива и так далее. Будьте счастливы. И хочу сказать спасибо большое всем за то, что смотрите наши видосы, поддерживаете. Для нас поддержка очень важна. Спасибо всем. Всего вам самого хорошего. Пока.